Всем привет, с вами снова Виталий Нибл, и это видео для моих маленьких любителей яблочной продукции. В течение этого и вчерашнего дня появлялись новости о том, что компания Apple может заблокировать всю свою продукцию на территории Российской Федерации в связи с санкциями, введенными и точнее, может быть, даже введенными именно компанией Apple из-за военной операции на территории Украины. А, все начинают кричать, вопить и так далее, потому что а, купив телефончик, который сейчас стоит за 150 тысяч, превратится в кирпич, ну или как минимум в дорогой будильник. А, давайте подумаем, а, и точнее посмотрим, а, что можно сделать, чтобы не попасть под эти санкции. А, ну, для начала я вам советую а, зайти в настройки, так, давайте вот заходим в настройки. Это самое верхнее менюшечка. Здесь заходим в локатор. Далее заходим в меню найти iPhone. -чик». И вот здесь мы должны полностью выключить а, все вот эти вот два пункта меню. То есть, у вас а, запросит а, пароль. То есть, я его вводить не буду, потому что я снимаю все это одной рукой, а второй держу телефон. А, но вы это должны отключить. И далее, где нам могут подбросить свинью? Нам нужно в настройках найти пункт App Store и отключить вот эти два пункта. Приложение автоматическое обновление и обновление ПО. После этого... ну вы можете немножко спать спокойным. Но если нас захотят заблокировать, вас это не спасет. Поэтому ну, для спокойствие души, отключите и будьте счастливы. Надеюсь, это вам помогло. Мирного неба вам над головой. С вами был Виталий Нибел. Пока!